Всем привет! Ребята, и тема сегодняшнего нашего выпуска – продолжение новой истории. Вот, значит, мы уже на 42-м уровне с вами добрались уже до такой вот отметки. Давайте пару слов про клан. Значит, по клану дела продвигаются потихонечку, но продвигаются. Конечно, откровенно говоря, когда клан только-только зародился, да, так скажем, только создался, конечно же, он внимание не привлекает игроков, да, особо прям никто не стремится сюда попасть, поэтому есть некая сложность, конечно же, в наборе людей в клан, вот, но тем не менее сдвиги идут, значит, с последнего раза, да, вот уже можно так сказать, штат расширяется и расширяется так, в принципе, ну, я бы не сказал, что существенно, но сдвиги есть, вот даже пришлось, значит, было изначально 20 игроков, ну, вот здесь вот игроки в клане, да, максимальное количество, штат был 20 игроков, пришлось, значит, увеличивать до 30, то есть плюс 10 игроков еще сделать, это будет 200 золота стоить, вот, ну, значит, мы добавили, теперь у нас штат 30 игроков, а вот так вот, так сказать, реальных игроков, которые уже в клане, вот, в принципе, 22 человека, да, на данный момент. Так что, значит, вот такие вот сдвиги. Далее, что у нас? Был второй уровень. Вот здесь, где вот видите информация о клане. Ну, знаете, да, что у кланов есть там первый, второй, третий, четвертый, пятый, там до 10 уровня, короче говоря. Вот. И мы уже с вами перешли на третий уровень. Был второй, сейчас стал третий. Соответственно, клан развивается, клан раскручивается понемножку, это, конечно же, радует. Вот. Дальше, ребят, ну, значит, по навыкам, да, по навыкам пока вот 5 открытых, которые мы открывали, ничего сейчас дальше не, пока не изменилось. Единственное, вот сейчас мы собираем, значит, на гаджет. Гаджет, наверное, вот этот возьмем, плюс 5 единиц урона для всех видов оружия. Стоит он 20 тысяч золота, да, в бюджете пока что только 9 тысяч золота. Ну, вот еще 11 тысяч золота, и мы с вами возьмем вот этот вот пассивный навык, который будет уже постоянно. Ну и потихонечку... Мы с вами, как минимум, здесь должны будем открыть 4 навыка. Это плюс 5 единиц урона для всех видов оружия, плюс 10 к точности выстрелов, плюс 25 к скорости перезарядки и четвертый основной, плюс 25 урона с ножей. Вот эти два нижних. Это плюс 50 кредитов. Но я говорил, это не так пока актуально. И плюс 50% опыта, да, но они особо никак на показатели и на характеристики не влияют, да, поэтому они, в принципе, ну, пока на данный момент не актуально, а стоят они там, этот, по-моему, 25, сейчас не помню, ну, тоже 20 тысяч золота, 25-20 тысяч золота, зачем, сейчас нет возможности реально накопить на них, поэтому мы их пока ставим. Ну, про арендные навыки пока молчим, да, расширится, когда штат побольше, да, будет у нас состав уже, и мы сможем уже тогда, наверное, возможно, какие-то установить правила клана или что-то в этом духе. Ну, посмотрим, как это дело пойдет. Вот, все-таки надо пополнять будет казну, бюджет, да, и только лишь... Не из-за того, что, да, там, из-за моей прихоти, там, какими-то заниматься поборами или попрошайничеством каким-то. Это для нас, для всех, для участников, кто будет в этом клане, да, и, так сказать, на благое дело. Так, на общак-то, я думаю, ну, как бы необходимо. Это ведь от всех нас зависит,
какой будет клан. Спонсоров у нас нету, да, там каких-то, чтобы кто-то нам что-то там покупал, только лишь своими силами. Вот. Ну вот, ребят, в общем-то, вот такие вот дела это по клану. Вот, ну давайте к самому перейдем аккаунту Баркас. Значит, здесь, ну, в принципе, кроме уровня, более ничего не произошло с вами. Ну, у нас с вами, да, все-таки тяжело копить, если честно, и золотишко, и все, развиваться не так быстро получается, как хотелось бы, да, это только... как, может быть, в сказке или в кино все красиво показывает, а на жизни, конечно, сколько надо дней, сколько часов, сколько времени и выполнение контрактов и так далее, чтобы хоть какие-то были сдвиги, да, поскольку мы с вами не донатимся, вот, поэтому тяжеловато тут у нас все медленно идет процесс. Значит, последний раз в том выпуске мы говорили, что я все-таки приобрел Type 99, вот он наш вариантик, ничего не поставил, поставил прицел с того момента, да, и прокачал на плюс 17, значит, вот такие пока у него характеристики, вот. Сейчас вот коплю на, значит, бронебойные пули. 1400, осталось 400 золота, поставим бронебойные пули, вот. Ну, про него что я могу сказать? Пока что, наверное, ничего, он пока дохленький еще, да, я даже не знаю, стоит ли показывать какой-то выпуск о нем. Но давайте возьмем, так, конечно, постреляем, да, просто посмотрим, вот как он на этих низах будет работать. Стоит он у меня на пулеметчике непрокачанном второго класса, да, ну, я не знаю. Давайте поставим для видео, давайте на подде этого медика, да, поставим еще. Вот, и поиграем. Две катки я сыграю на пулеметчике второго класса и на медике, да, и посмотрим, как он будет работать на данный момент. Давайте пойдем в смертельный бой и там его затестим, так сказать. Ну, просто поиграем, да, вообще посмотрим. Конечно же, в будущем я, естественно, мы о нем еще поговорим, вернемся к этому пулемету, когда он будет готов. Значит, берем сейчас его на пулеметчика. Шансов выжить у нас очень мало. Такой броней и не прокачанным тайпом. Но постреляем так, как сможем. Прицел, конечно, он здорово выручает. Вот такой вот, я не знаю, как кто-то скажет. Может быть, по-разному. Но данный прицел, именно вот оптически, он позволяет комфортно стрелять издалека. Так скажем, вести прицельный огонь. Достать кого-то, кто притаился где-то там за ящиком или... за каким-то там укрытием. Данный прицел позволит прицелиться хорошо, комфортно. Ну и скорострельность у него, конечно, очень хорошая. Я уверен, что мы его взяли не зря, что этот пулемет будет тащить. Пусть, конечно, он, может быть, не будет составлять такую конкуренцию топом, да, там. Но для выполнения контрактов, так сказать, для души, самое то,
Этот вариант пулемета пойдет. Конечно, сейчас мы с вами не можем его, так сказать, таланты полностью раскрыть, да? И показать я вам сейчас не могу, как он работает. Так скажем, по полной программе. Но скорострельность у него отличная. Будет, когда у нас пулеметчик, там, броня на 24 и вот этот вот Type 99 закачанный полностью, он даст жару. Как бы я даже в этом и не сомневаюсь. Еще ведь, конечно, не забывайте, что клановых навыков нету, таких вот существенных, там, на урон, на скорострельность и так далее, да, там, урон в голову, плюс, там, скорострельность, плюс урона из, там, ну, к любому виду оружия, да, все вот эти вот по 10, по 5%, там, если все это собрать, ну, можно только себе, да, представить, в принципе. Да, и он будет работать совершенно по-другому, он будет сносить уже совершенно по-другому, да, при наличии всех открытых навыков и полным фаршем, так сказать, прокачем. Вот, так что этот пулемет еще себя покажет, да, и он, в принципе, достойно себя ведет даже вот сейчас, как ни крути. Убивать из него достаточно комфортно, целиться комфортно, бегать с ним, ну, да, он, конечно, корявенький, я говорил, из-за того, что вот этот вот торчит эта обойма кверху, ну, ничего, к ней привыкаешь, в принципе, нормально, как бы, не прям уж так все печально. Вот, ребят, ну, давайте еще одну каточку прям с вами сейчас забабахаем, вот, забабахаем уже на броне медика, да, вот, и посмотрим на медике, конечно, у меня там все-таки прокачка уже на 21, по-моему, вот, ну, конечно же, это не броня пулеметчика, но, тем не менее. Ну вот, кстати, мы с вами сейчас и посмотрим, как он будет работать на снайперской карте. Постреляем с вами издалека, если нам дадут такую с вами возможность. Да, из такого далека прям не берет. Давайте подбираться поближе. А вот так вот уже вполне берет. Пулемет, конечно, такой интересный. Своеобразный такой.
выглядит тоже вот такой какой-то необычный. Даже отсюда можно стрелять, берет. Он снайперёга нас пытается убрать. Конечно, на данный момент, сами понимаете, не хватает урончика ему. А так вот он, например, себя очень комфортно чувствует на средних дистанциях, можно пострелять из него. Может быть, даже и побольше бы получалось сделать убийств, если бы со спины не убивали. Вкладывает он, конечно, хорошо. Скорострельность у него очень высокая. Но на данный момент он, конечно, не может конкурировать, да? Пока что еще, пока. Ну вот, передвигается он неплохо, с ним маневрирует, насколько мы с вами видим. Обоймы спокойно хватает у него с двумя-тремя игроками вести вот такую вот перестрелку. Запросто. Он хоть и имеет такую большую скорострельность, но не так уж прям быстро он и отстреливает. Не так быстро отстреливает патроны. Так что пулемет вполне себе годный. Будем в процессе за этим пулеметом наблюдать. Когда он уже будет, конечно же, в прокаче. Это мы чисто зашли посмотреть, да, с вами просто поиграть. Но здесь чё, пока что только прицел стоит на плюс 17, да, есть прокач, но он не работает должным образом. Он заиграет всеми красками, когда будет уже полностью, да, все для этого необходимо. Когда будет все, то есть броня, гаджеты стоять, да, вот тогда вот уже можно будет о нем судить и уже сделать соответствующий заключительный вывод, прогадали ли мы с этим приобретением или нет. Ну, а на данный момент пока об этом еще говорить рано, вот, только лишь предположение. Но будем смотреть, в процессе все будет ясно, все будет понятно. Так что вот так вот, ребят. Ладно, вам, как всегда, хорошего настроения, побольше вам хороших игр, побольше вам побед. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Все, всем пока.